короче, оптово-лаконного кабеля. При этом кабель просто протянут вдоль трассы, как бы брошен по обочине. Цвет мета в нем нет, поэтому воровать его не имеет смысла. Трассы через всю тайгу идет.
еще пару свороток на различные прииски. Возле реки Эльги, за местным поселком Ильгинским, расположен старый вольфрамовый рудник Алескитовый. В матерые гулаговские времена это была крайняя точка Магаданской автотрассы. Остатки бараков сохранились и до сих пор, но добираться до них очень сложно. Самой северной точкой Колымской автотрассы является перевал Альчанский, высотой 1183 метра. От него уже и до Узбекистана административный центр всего Аймеконского улуса. А сам Аймекон мы посетим с вами на обратном пути. Кстати, вся эта территория относится к Аймеконскому улусу, то есть району. И первоначально центром был сам поселок Аймекон. Но после открытия золотых месторождений на реках Нера и Индигирка, Усть-Нера стал административным центром. В 50-м году он получил статус поселка городского типа. Во времена культа личности в Усть-Нере находился индигирский лагерь Дальстроя. Заключенные строили Колымскую трассу и добывали золото. После Усть-Неры будут еще Бурустак и Артык. А в местечке Деленкир расположена метеостанция. Она... Западные партнеры регулярно демонстрируют на всю глубину своего лицемерия при любом маломальски подходящем образе. И стали исключением и протесты КАПов в Москве, разогнанные российскими ОМОНовцами. Европейская и выросшая из нее американская цивилизация насквозь лицемерна. Я регулярно делаю материалы на эту тему, когда их лицемерие слишком уж сильно выпирает наружу сквозь маску участливости. Сейчас вновь такой случай. Франция, та самая, где много месяцев бушуют протесты желтых жилетов, не смогла пройти мимо разгона несогласованного митинга оппозиции в России. МИД Франции выражает обеспокоенность в связи с задержанием участников несанкционированной акции, прошедшей в Москве 27 июля, и призывает к их освобождению, заявил представитель французского ведомства. Значительное число арестов и задержаний последовало за мирными протестами в последние дни в Москве. Состояние здоровья Алексея Навального, задержанного 23 июля, также резко ухудшилось. Франция призывает к скорейшему освобождению и выражает свою глубокую озабоченность последними событиями, заявил представитель французского МИД. Естественно, наши люди такое лицемерие проигнорировать не смогли и быстро насовали французам полную бананку, напомнив, как ведут себя власти этой европейской страны. Во Франции прошло награждение полицейских за разгоны желтых жилетов, в том числе и тех, кто находится под следствием за превышение полномочий. А параллельно МИД Франции выразил озабоченность в связи с событиями 27 июля в Москве. Награждая полицейских, из-за которых у протестующих желтых жилетов было 2500 раненых,
75 тяжело раненых, десятки выбитых глаз и 11 убитых, власти Франции осудили власть России за невероятно тираническое подавление беспорядков, при которых никого не убили и даже не покалечили. Ужасен российский тоталитарный режим, который осуждает все светло-ликое мировое сообщество. А борцы против этого режима прекрасны и испускают во все стороны сияние прав человека. Вот, кстати, один из таких борцов. Женщина по фамилии Гаспарян, так она представилась, рассказывала под камерой, как ее били, и размазывала кровь по лицу. Это видео из интернета показывает, что произошло на самом деле. Таких провокаций на митинге в Москве было много. Оцените наглость этой оборсевшей тетки. Оппозиционеры любят вещать, что хотят как в Европе. Хорошо, вот что делают в Европе с теми, кто оскорбляет полицию. Штрафы за оскорбление полиции в Германии. Евро. Обращение на «ты». 600. Болван в униформе. 1500. Кусок дерьма. 2500. За жесты. Показать язык. 150. Покрутить пальцем у виска. 750. Показать средний палец. 4000. Хочу, как в Германии. И чтоб дочевели мешало. Как поясняют немецкие журналисты, штрафы плюс улица. То есть, если заверещать на полицейского: «Эй, ты кусок дерьма в униформе», то это обойдется борцу с режимом 4600 евро. При средней зарплате по стране 2413 евро на руки, очень дорогой аренде жилья и других высоких ежемесячных расходов. В общем, поработать для выплаты такого штрафа придется немало. Полагаю, аналогичные меры привели бы в чувство многих российских оппозиционеров. Они бы как минимум научились держать язык за зубами, не говоря уже о том, что не стали бы распространять в интернете призывы собирать личные данные сотрудников правоохранительных органов, выполнявших свой долг на митинге в Москве. Кстати, о личных данных. Это игра, в которую можно играть и против пиара. И выяснить по ходу дела, допустим, что дедушка Любови Соболь, которая в девичестве носила фамилию Феденева, был власовцем, служившим гитлеровцем. При Ельцине его реабилитировали, но для нас он все равно изменник Родины. Так что не стоит удивляться, что его внучка прислуживает врагам России взамен за возможность нигде не работать и вести при этом красивую жизнь. Живи генерал Власов в наше время, он бы тоже, думаю, был оппозиционной звездой Ельцина. Я объявляю Любим мало было, и стакан тыквы, любо прокинул.
Костенко, собрал телеканалы, собрал каких-то сочувствующих и начал свой рассказ. Человек он не глупый, человек он опытный, несмотря ни на что, безусловно, это не делает его праведником из раскольника, это не делает его сторонником канонической церкви, это уже другая сторона. Но в то же время он разбирается в вопросах православия, он разбирается в вопросах канона, и тут нужно отдать ему должное. 20 июня был съезд, очередной собор УПЦ КПМ, на котором Филарет и его товарищи приняли решение выйти из состава СУ и больше не быть частью секты свидетелей Томаса. И вот тогда мы видим, что на годовщину крещения Руси происходит три крестных хода. Один – это каноническая православная церковь, второй – это СУ, тот небольшой крестный ход, где едва набрали 20 тысяч, и третий, где было буквально пара сотен людей, конкретно вот с Филаретом. И ходили они не далее, чем вокруг Владимирского собора. Но что ж его беспокоило? Что же не так в этом самом Томасе, что он предпочел от него отказаться?